друзья, третья серия «Как идем на крепости». Да, уже проехали. Сами орудия находились снизу, под крепостным сводом. Да. Пройдем вниз, и там... Это все было одна квартирная, то есть не надо было выходить на улицу, а соседняя просто
обратно ставь, а поднимай, потому что... Тоннелей по всей крепости очень много. Большинство из них соединяли между собой разные сооружения и были небольшие переходы между участками. Этот тоннель соединял казарму Веленского люнета с восьмым капонером. Спускаться надо очень аккуратно. Здесь опять-таки в начале новая лестница. Там старая по ней получше будет. Поэтому очень аккуратно, не спеша. По одному, по два человека. Пошли, страшно. Стой, Тоня. Тоня, стой. Тоня, все возьми руку. На этом месте. Как тебе место? Thank you.
есть не было входа даже в контрскатный коридор вообще. То есть можно было попасть только через паттерны с внутренней части крепости, с форта, с Венета, ну, смотря где находится, или же с Капониро. То есть вот так через двери нельзя было зайти. И вот каждую комнату по 3-4 больницы. Раньше вам рассказывал про контурные галереи, противоподкопные тоннели, в которых сидели саперы и прослушивали толщу стены. Здесь сейчас 3 контурные, на ваш выбор, там вы можете по все 3 осмотреть. Вот, короче, здесь немножко можете походить самостоятельно, поизучать. В контурных будьте очень аккуратны, желательно с фонариком заходить. Ну, можете попробовать, они там или бойлы, там друг друга за пояс. Это, в общем, вы сами гуляете. Контурнина – одна из самых больших по крепости. Разделяется 3 раза и потом еще по 3 каждый. По 2 по 3. Можете заходить, можете предыдущую, она чуть поглубже, но короче. Третья, она такая нейтральная, она просто ровненькая, не сильно большая. Сколько времени? Да, минут 10 есть точно. Там хватит побольше всех. Папа, смотрите, только долго не сидите. Да, можно. Ладно,